Рада приветствовать вас на своем канале, как и обещала, очередной рецепт кулича. На этот раз это кулич крафин. Для начала подготовим опару. Соединяем молоко, сахар, дрожжи и муку. Все хорошо перемешиваем и отправляем буквально на 15 минут в теплое место. Постепенно будем подготавливать ингредиенты для теста. В дежу миксера отправляю 2 яйца, 3 желтка, сахар, ванильный сахар, соль, цедра одного апельсина, мед. Мед я растопила немножечко в микроволновой печи. Немного перемешаю. Тут уже и подошла опара. Опару отправляю сюда же. Также сюда же отправляю сливочное масло, растопленное в микроволновой печи. Ну и, конечно же, муку. Муку просеиваю сразу же в дежу. Все подробные ингредиенты будут расписаны в описании под видео. Также заходите на мой канал. Там уже есть несколько рецептов куличи, не менее вкусных. Ознакомьтесь, обязательно вам что-нибудь приглянется. Отправляю замешивать тесто минут на 10. Вы можете делать это вручную. Тесто получается невероятно мягкое и воздушное. Чашу от миксера я уже помыла и отправляю в нее тесто. Накрываю все пищевой пленкой, отправляю минимум на час в теплое место. Прошло чуть больше часа. Вот так хорошо поднялось мое тесто. Оно стало еще более воздушным. Трогать его одно удовольствие. Сейчас оно немного осядет, но оно все равно останется воздушным и очень мягким, нежным. Перекладываю тесто на стол и делю на 3 равные части. Буду использовать весы, чтобы были куличи одинаковые. Приблизительно тесто у меня получилось разделить на 3 равные части. 460 грамм. Пишите в комментариях, какие куличи вам больше нравятся. Классический вариант, либо крафин, которые сейчас очень популярны. Если вы не пробовали такой кулич, обязательно попробуйте. Получается невероятно вкусно. Теперь присыпала мукой стол и раскатываю достаточно тонкое тесто. Еще подготовила 100 грамм сливочного масла комнатной температуры. Разделила его также на 3 части и теперь буду смазывать тесто. Смазывать очень удобно силиконовой лопаткой. Можно излишки собирать и добавлять там, где нету масла. Также я подготовила сухофрукты, смесь изюм, орехи, цукаты. В общем, можете добавлять все, что угодно, что фантазии хватает. Получается очень вкусно и просто с изюмом, и вообще без добавок также получается вкусно. Теперь вот так закручиваем, как на видео, в рулетик. Вот такой рулетик получается. Теперь надо его нам разрезать. Вот таким образом, как на видео. Можно сделать это при помощи обычного ножа. Разрезать буду не до конца. В конце в костик оставлю нетронутый. Теперь нужно закрутить улиточку такую вот красивым разрезом наружу, как на видео. Формочки для куличей я подготовила диаметром 11 сантиметров. Когда кулички собраны, нужно отправить их в теплое место буквально минут на 30, а далее выпекать в разогретой духовке заранее до 180 градусов. До готовности. Еще такой нюанс при выпекании. Бывает, верхушка быстрее зажаривается, а внутри еще сырое. Накрываем фольгой куличи и выпекаем до готовности. И вот такие замечательные куличи получаются. Они невероятно красивые, нежные, вкусные, слоеные. Обязательно попробуйте, а какой аромат стоит. Вы бы только это чувствовали. Сейчас вам покажу, что внутри. Также не забудьте оценить это видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересных рецептов. Давайте поскорее заглянем вовнутрь. А внутри вот такие слои. Ну и, конечно же, моя смесь из цукатов, орешков и изюма. Вообще невероятно. Дети уже ждут, не дождутся, когда все это будут есть. Ну, на этом я решила не останавливаться и подготовила еще один рецепт куличей. До встречи в следующем видео!